Доброе утро. Как слышно? Ждать не буду, я начну сразу, потому что очень медленно все это происходит. Итак, вчера, как и предполагалось, особых новостей не было, и, собственно, рынок практически на это не отреагировал. На сегодня тоже особо ничего интересного не жду. Единственное, возможно будет какая-то реакция на вечером на Америку. Это инфляция, индекс потреб цен по США, соответственно. И это розничные продажи по США. Ну вот, возможно, будет на это реакция. Да. Спасибо. Всем тоже привет. Но в целом я не жду сегодня тоже каких-то потрясений, потому что, ну, в общем, я не считаю, что эти новости настолько важные, что могут повлиять на какие-то движения рынка. Вот, поэтому сразу переходим опять к технике. Ну, очередная попытка была прорыва вчера, если помните, евро-долларом своей дневной или даже недельной линии. Очередная попытка. Еще вот одна такая неудача, одна-две. И я думаю, что это будет разочарование и слет обратно чуть ли не в 1.05. Поэтому я предполагаю, что наверное, не на сегодняшних новостях, а, наверное, все-таки на завтрашних новостях. То есть завтра у нас будет... Ну, на Англии это вряд ли. Ну, в общем, к чему я все это? То есть, если мы до конца недели не пробиваем эту зону 14.70, то я предполагаю, что на следующей неделе мы пойдем вниз, соответственно. Что пока? Пока по-прежнему мы торгуем в том же самом диапазоне, в котором торговали и раньше, в общем-то, по сути. То есть, ну, вчера шикарно, кстати, был. Часовая падающая звезда, но тут просто грех был не продавать. По 14.31 я вам говорил, что я буду продавать. На самом деле продавал чуть позже, после закрытия часа. Кто-то у меня спрашивал... В моменте, когда цена выходила за 14.50, соответственно, тот спрашивал, что я буду делать. То есть, и я сам, и всем тоже рекомендую. На самом деле, не торопитесь. Тут в таких делах, когда идет пробой уровня, причем серьезного уровня, вот тут надо чуть-чуть переждать, чем не дождать. Почему? Потому что, ну вот если бы мы дождали закрытия часа, а, кстати, это все случилось за 5 минут до закрытия часа, на самом-то деле. Вот. И дождавшись закрытия часа, мы увидели, что пробой явно не удался. Нарисовалась падающая звезда, ну и тут продажи были само собой, соответственно. Причем даже достаточно хорошо стоял стоп 14.69, он не сработал. Хотя, конечно, надо повыше бы ставить, наверное, его все-таки. Что ждем сегодня? Опускаемся мы снова вниз до... ну, тут зона размытая, не нижняя, на самом деле. Думаю, что попытка штурма сегодня все-таки будет еще одна. Попытка штурма наверх, соответственно. Поэтому что можно попробовать? В идеале, конечно, купить-то было вообще пониже, где-то в районе 13.20. Где-то вот здесь. То есть я считаю, что дневная поддержка, вот эта она у меня идет. Я думаю, что она будет посильнее, чем то, что сейчас стрессовал рынок. Вот. Но тем не менее... Тем не менее, соответственно, идеальная была бы покупка, я считаю, 13.20. Но так как рынок в последнее время не ходит просто ниже, оставляет, видите, шипы какие. То есть вчера любое снижение до 13.50, соответственно, оно тут же выкупается. Поэтому, в принципе, можно сегодня попробовать будет по 13.50 купить. Единственное, стоп надо убирать все равно ниже 1.13, то есть 12.89. Цель, соответственно, 14.31 поставим. Первичную, а вообще, по идее, надо подождать, посмотреть. Может, все-таки пробой будет сегодня. Пока прогноз такой краткосрочный. Ну и, соответственно, в случае, ну, не вижу я сегодня причин для выхода из диапазона. Не вижу сегодня пробоя, на самом деле. Я так думаю, что мы сегодня в диапазоне останемся, к сожалению. Ну и то же самое по франку, соответственно. Так как, опять, на драйверов мощных нет для движения, тут, в принципе... Здесь, опять же, возможно, вот тут тоже сложный вопрос, куда. Вообще, в идеале, опять же, конечно, коррекция должна бы пройти в 96.21. Как у меня выделяется эта штука, надо увеличить.
Так вот. То есть, по идее, мы должны бы дойти до 96.21, но есть одно но. Здесь рисуется нисходящий канал, и, в общем-то, мы можем остаться и в нем. Поэтому здесь, так же, как и по евро, тоже вариант такой можно предположить. Первую продажу чуть ли не по текущим, но в идеале посмотреть, может быть, дождаться все-таки 96.21. Ну, повторюсь, да, идеальное место для продаж 96.21. Ну, тут смотрите сами. Вот. Фунт-доллар. В принципе, ситуация со вчерашним днем не изменилась. Как и предполагалось, была попытка движения наверх. Точно так же, как и по евро. Дойти мы до продаж, опять же, не дошли. Я думаю, что сегодня дойдем. Думаю, что сегодня до линии 43.90-44 мы все-таки доберемся. Собственно, откуда будем продавать с переворотом 44.50. Ну, то есть я к чему говорю, что по отношению ко вчерашнему дню практически ничего не изменилось, поэтому обзор сегодня достаточно короткий будет. Так, доллар-иена, что-то у меня все линии опять послетали. С доллар-иена тоже все понятно. Я вчера давал рекомендации на покупку, объяснял почему. Могу еще раз объяснить то же самое. Во-первых, нарисовалась дивергенция. Во-вторых, соответственно, пробой нисходящего канала, соответственно. Тоже мы его вчера с вами рисовали, но почему-то он мне не сохранился. Ну, тоже не принципиально. Я говорил покупать либо на преодоление максимум 108.40, соответственно, либо на откате обратно к линии треугольника. Ну, в общем, где купили, там купили, если кто-то купил. Пока рекомендую, в общем-то, держать. Пока еще. Здесь будем смотреть на, опять же, на тест вот этой зоны. То есть на тест 109.13, соответственно. То есть если мы эту зону не проходим, соответственно, иена в последнее время любит уходить в боковик, то очень вероятно, что мы уйдем, опять же, в боковик 108 на 109 и будем торговаться в нем. Либо она пробивает сегодня зону 109.13, соответственно, и мы уходим тогда обратно под пробитый ранее канал. И тогда мы улетаем вот сюда. Мы уходим. Вот, то есть, ну, в принципе, тот диапазон нас устраивает, в общем-то. Поэтому, что можно предположить, соответственно? Посмотреть, как будет тестироваться зона 109.13, если здесь появится разворотная модель. Ну, лучше по 4 часам, но, в общем, по часам тоже подойдет. То можно здесь попробовать продать, соответственно, по 109, буквально с коротким здесь стопом. Здесь не нужно какие-то далекие какие-то стопы ставить. Здесь вполне достаточно будет 109.30, допустим, стопа. Так вот. И тут же сразу же, соответственно, если мы эту зону проходим, то 109.30, соответственно, покупка, 110.57, соответственно, цель. То есть вот я вижу здесь торговлю пока по иене в двух диапазонах. То есть это либо мы сейчас не пробиваем зону 109.13 и уходим обратно в 108. Либо мы эту зону пробиваем, соответственно, и уходим в новый диапазон пока сейчас. Австралийский доллар. Ну вот тут, да, тут таскает его как непонятно как. Убираю я здесь все линии. На самом деле... Здесь явно вырисовывается, несмотря на его такой попытки роста. А, да, Рафаэль. Вы мне все время, Рафаэль, напоминаете в самом начале микрофон в руки брать. Значит, здесь смотрите, какая ситуация сложилась. Здесь дневная и тройная дивергенция уже. Вот сейчас вопрос, смотрите. Понятно, что вся эта конструкция, она рухнет вниз. Тут, ну, сомнений у меня пока нет. То есть только в случае, если мы пробиваем зону 78, вот только тогда можно будет говорить о том, что да, куда-то там пойдет наверх. Ну, вот не вижу ни одной причины для австралийца расти сейчас. А вот дивергенцию тройную я вижу здесь. И, соответственно, что мы сейчас здесь ждем? Мы ждем какую-то вещь, опять же. То есть мы сейчас нарисовали себе ту зону, до которой мы идем. Соответственно, это у нас... 77.40, соответственно, вот, смотрим тест этой зоны, смотрим, опять же, 4-часовые свечные модели, то есть поглощение какое-то, вот как было слева до этого,
Вот. И если мы такое нарисуем, нарисуем разворотную модель, соответственно, по свечам, будем продавать. Ну, понятно, что с целью не такое большое для начала, в общем-то, куда-то вот сюда. Куда-то в район 75, ну, фигуры на 2. А вообще, конечно, эта конструкция должна отработать и посильнее. И вообще куда-то и до сюда мы должны слетать. Вот такие рекомендации пока. Красивый был часовой тренд, конечно, но совершенно без каких-то причин для этого. Тройная дивергенция – это, Рафаэль, то же самое, что двойная, только из трех вершин состоящая. Понятно, да? То есть смотрим 70-70-40 тест. Если не пробиваем, соответственно, продаем. Если пробиваем наверх, покупать не рекомендую, потому что, еще раз, я не вижу здесь причин для роста. Новозеландский доллар. Наверное, уберу я эту линию. Она как-то тут вообще неуместна, насколько я понимаю. Здесь идет банально восходящий тренд. Мы его с вами рисовали по трем точкам. Покупки мы по нему тоже, собственно говоря, давали. Так он по нему, собственно говоря, и двигается. То есть вот такое движение, соответственно. Цель по нему я ставил. Куда опять линии посносились? Цель по нему я ставил наверх канала, соответственно, в район 0.7. Ну, думаю, что тихонечко доползем. Вот, продавать здесь не рекомендую. У новозеландца сил как-то все-таки вот визуально побольше, чем. И, в общем-то, я здесь разворотных сигналов тоже не вижу. Вот, поэтому покупки мы уже не успели делать. Те, кто успел по 68, ну, наверное, где-то скоро уже начинаете крыть. Те, кто не успел зайти, ну, в принципе, здесь сделать пока нечего. Канадский доллар. Канадский доллар, соответственно. Здесь, ну, опять с нефтью связано, да, то есть нефть все-таки пробила зону 43, что я не ожидал, честно говоря, правда, не ожидал. Как-то не с чего это было делать. И вот, ну, опять спорный вопрос. То есть, смотрите, с одной стороны, я не верю в движение по нефти куда-то далеко. То есть, ну, вот 44-40, ну, все, это, ну, мне кажется, это и предел, собственно, роста на текущий момент. Ну, не с чего и расти. Хотя, конечно, по 43 купить можно было вчера, но вот как-то я не рискнул. По нефти опять же, ну, пробит дивер уже, да. Спорный вопрос по нефти на самом деле. Может быть, дальше даже и пойдем дальше. То есть, по идее, баканадец, конечно, бы надо сейчас здесь продавать. То есть, да, зону мы пробили, зона не удержалась 29-26, и по идее-то мы ее все прошли вниз. Вот, здесь бы надо сейчас продавать опять с целью куда? Тут очень спорный вопрос. Знаете, можно просто померить сейчас высоту предыдущего канала, это 326 пунктов, и отложить его от зоны пробоя. Ну вот, примерно получается у меня цель 24.50 примерно. Ну вот здесь, смотрите, смотрим за нефтью опять. Сейчас мы к ней вернемся еще. У нефти тоже вопрос спорный. По нефти откат-то обязательно должен быть сейчас вниз какой-то. Ну хотя бы обратно на доллар, хотя бы обратно к 43. Собственно, канадец может откорректироваться. Знаете, давайте как по ним решим. Если откат будет в зону 28.30, мы там продадим. Со стопом выше 29, соответственно, цель 25. Отката не будет, я в рынок не полезу. Золото. Видели тоже, какая попытка была роста вчера. Попытка все-таки не удалась, потому что, ну, зона на самом деле сильная была. Вот, поэтому здесь, я считаю, по-прежнему можно смотреть. Ну, тут какие причины для продаж, соответственно. Ну, во-первых, здесь пробой вот этого восходящего тренда есть по RSI. Все-таки не пробили мы по дневному графику зону восходящего канала. И поэтому вот сегодня я считаю, что вполне вероятно опять снижение куда-то в район 12.23 для повторного роста потом в будущем. Вот, поэтому краткосрочная продажа возможно сделать. Возможно сделать. Передерживать сильно не нужно. Где встанет, там встанет. Ну, такая вот конструкция, в принципе, небольшая, разворотная есть. Поэтому по золоту пока продажа. Но единственное, стоп надо убирать, видите, куда, да? За 12.65 надо убирать стоп. Имеет ли смысл такая сделка, тоже не очень понятно.
Доллар-рубль. Тут тоже пойдет укрепление. Вовим куда? Ну, следующая цель, смотрите, 63 по фибам. Ну, понятно, связано с укреплением тоже по нефти, естественно, тоже с этим. Вот, ну, да. Пока здесь вопрос спорный, что делать. По-прежнему, я еще раз глобально, я считаю покупки. Ну, посмотрим, когда это дело будет реализовываться. Так, это пока без комментариев. Этот фунт франк вот тоже можно посмотреть, на самом деле. У нас была ключевая зона 37.30, мы только к ней подходим сейчас, к этой зоне. Наверное, от нее можно продать, но там по факту смотреть надо. Подобрались мы к нефти. По нефти ситуация, значит, давайте все заново отрисуем. По нефти ситуация была понятная достаточно. То есть мы подошли к зоне 37. От нее оттолкнулись, полетели наверх. И вот сейчас вопрос... Я не ожидал, что слету так будет пробита зона, на самом деле. Нет, даже не так. Как-то вот так повесим. Честно, не ожидал. Вчера готовился покупать выше 43, но вот что-то так и не рискнул, на самом деле. Вот. Что сейчас? Сейчас понятно, что откорректироваться мы просто, просто хорошо было бы к 43 откорректироваться. Следующая цель, по идее, это 46. Мы рисовали, да, куда-то вот так мы рисовали уровень. То есть, в принципе, можно попробовать, наверное, купить от 43 с целью 46 поставить. Но не забываем, что здесь вот такая штука еще есть. Вот мы буквально вчера в нее уперлись. Вот это тоже мы не можем убирать из внимания. Поэтому вот что с этим делать? Наверное, попробую все-таки на откате в 43 купить. Но цели поставлю не 46, да, 44, вот 50 пока цель поставлю. Полуторадолларовый диапазон. И пока посмотрим, что там еще у нас. Кто-то просил фунт иену. Где она у нас? А, ну тут мы все ее разбирали вчера с вами. Ситуация достаточно понятна была. Я по ней рекомендации давал. Кто-то даже помпролог спрашивал, я не знаю. Двойное дно, так же как и паение, давал по ней покупки. Цель пока сейчас не очень ясна, но такая вот. 158 я поставил, наверное, многовато. Поставим 157.70 по ней. Пока по ней так. Тут я каких-то спорных моментов не вижу, на самом деле, по ней. Ну, давайте резюмируем, что будем сегодня делать. Однозначная покупка по евро 13.47 со стопом. Правда, далеко придется убирать 12.90. Цель 14.31, а вообще, по идее, повыше бы, конечно. Франк, не буду сам торговать, но, по идее, 96.21 продажа. Фунт-доллар 43.90 продажа, 44.77 переворот. Доллар-иена, смотрим тест 109.13. Если тест будет удачным, значит покупаем выше 109.33. Если тест неудачный будет, значит, продаем 109 ровно. Австралиец, наверное, рискну я. Тройная дивергенция, я вот не помню, что меня подводило на моей памяти. Соответственно, поэтому рискну я. Если мы 77.30 покажем, продам. Со стопом выше, правда, 78. Сейчас, секундочку. Так, канадский доллар. Опять же рискну, наверное, я. Продажу 28.33, но в случае только отката, не по текущим ценам. Только в случае отката. Золото, продажа 12.53 со стопом 12.65. Вот, собственно, все из того, что есть. Нефть подожду отката в 43. Что-то сегодня у меня миллион вариантов. Ну, буду выбирать из них, какой поинтереснее будет. Жду вопросов.
Вот очень странный вопрос, Рафаэль. Евро-доллар, почему buy? Почему sell? Ну, я отвечу, конечно, хотя вопрос странный для меня лично. То есть, смотрите, если цена вырастала, то есть люди покупали 1 апреля, 5 апреля, 6 апреля, 7 апреля, вчера покупки прошли, то почему сейчас покупки не пройдут? Да, спасибо, Александр. Так, ну ладно. В принципе, вариантов сегодня масса, повторюсь еще раз. Не все сейчас находятся в идеальных точках. То есть посмотрим, что у нас будет в районе обеда. И из того, что будет идеально, значит, подходить к уровню, это я и буду делать, соответственно. На сегодня тогда все. Еще раз говорю, вариантов масса. В принципе, выбирать что угодно. Все, всех жду до завтра. Всем до завтра, вернее. Хорошего дня сегодня.